памятник танцорам. Именно такое архитектурное творение может появиться у нас в городе. Наши журналисты отыскали сторонников этой идеи. Бек Абдинов тоже в числе инициаторов. В Казахстане нет памятников или мест, связанных с танцем, а Караганда считается вторым городом в республике по количеству танцующих. Да и не только. Танцевальные школы и награды, занятые на всевозможных республиканских и мировых турнирах, предостаточно, чтобы по праву быть не только шахтерской, но и танцевальной столицей Казахстана. По этому поводу было бы неплохо посвятить памятник, который будет символизировать любовь к танцевальному искусству. Я, как руководитель сайта, очень тесно общаюсь со всеми представителями танцевальной сферы города и как бы знаю их мнение, настроение. Кто чего бы хотел, кто о чем думает. И витала идея создания такого памятника или нечто, чтобы символизировало бы танцевальное искусство в городе. Воплощение памятника на конкретном месте очень сложно и длительно. Ведь не хочется, чтобы идея о воздвижении памятника была просто идеей. Что же думает об этом полете мысли, с нами поделился артист народного жанра. Очень бы хотелось, чтобы наше общество людей относилось к этому более снисходительно, более уважаемо, благородно, так как это не просто пляски, танцы, это искусство, и красивое искусство, изящество. Это очень тяжелый труд, и хотелось бы, чтобы люди смотрели это с такой благородной и восхитительным чувством.